Китайская криптовалютная биржа Huobi запускает торговлю эфириумом. В своем заявлении представители биржи указывают, что вводится новая торговая пара китайский юань эфириум, а торги начнутся в полдень 31 мая. Для привлечения пользователей к торговле эфириумом трейдеры биткоина и лайткоина до 3 июня будут вознаграждены 0,005 эфира, а также более выгодной вступительной комиссией.